Всем привет! Новый год давно прошел, но я вот что подумал. Электрическая гирлянда – такая прикольная штука. Почему бы не придумать ей повседневное применение, вместо того, чтобы доставать ее только раз в году? Очень простой вариант лампы – из куска вентиляционной трубы. Боковые отверстия сделаю сферовыми различного диаметра, а вот отверстия задней стенки одного диаметра. Ну вот как-то так. А это попытка объединить две самоделки, показанных в предыдущем ролике.
принципе, провод можно намотать вокруг боковой стойки, на которой находится прожектор. А эти элементы использовать для скотча или изоленты. Благодаря отверстию в тройнике, любой кусок пластиковой трубы превращается в стойку, которая позволяет поднимать прожектор на более высокие уровни. Ну а на сегодня все, друзья. Лучшая благодарность автору за его труд – это лайк под этим видео. До новых встреч! Здоровья вам и вашим близким!